Всех привет. 2024 января. За год пасеку свою. Зашел я на пасеку свою. Она возле дома стоит. Хочу вскрыть два улья. Так как позавчера пошел вечером чистить снег я. Уже с фонариком темно. И в двух ульях не достучался до пчел. Инея не было сверху, клетки замеченные. Обычно, когда пчелы живые, так клетки расставались верхние, тут вот снег растает. А тут были замеченные полностью, я прочистил. И в итоге в улье оказалась тишина. В этом году уже одну я семью потерял по осени, но они перелетели с этого улья, скорее всего, что в этот вот. Тут и сидят, тут много пчел. А здесь нормально семья была, 8 рамок забитых полностью, вот 8 штук я подписываю. Ну вот тут у нас так получается, отмечаю и подписываю, сколько рамок и год. Тут уже у меня понаписано. И вот в этом улье тишина. 8 рамок пчел было, пропали. Интересно, что там вот в этом вот улье, вот что на конце стамески, там 3 рамки пчел, они сидят до сих пор, гудят, это нормально. А где 8 рамок, пропали. Потом еще где-то пропали, я показывал видео, снимал, а в том зелененьком вон улье. Во. Там тоже пропали, тоже было нормально 8, наверное, рамок. Еще пропали вот пчелы здесь. Здесь было вообще 9 рамок. И сколько тут? А, снизу. 6 или... Точка снизу. Так, стоял так вот, подписывал. 9 рамок. 9 рамок и пропали. Или все-таки 6. То, что гнездо отмечено. Вот точка и вот точка. Наверное, 6 это. Я так подписал и точку поставил. Сверху, где шестерка. Даже 3 снизу пропали пчелы. Кстати, все. Короче, тут тоже пропали пчелы. А семья интересная была, хорошая, мед носила. Неплохо. Ну что, они пропали, наверное. Тишина. Скажу одно мое предположение, что надо. Я по осени от хлеща их обрабатывал. Когда собирал, тоже в сентябре. А надо от хлеща обрабатывать пчел, стараться где-то со середины лета, так, с июля. То, что в июле уже они к августу так начинают уже залаживать расплод, этот, что больше на зиму идет. Август тут. В конце июля, в середине июля от хлеща обработать, чтобы уже в августе уже пчела без хлеща полностью была. Это молодая, что выводится. То, что если обрабатывать в сентябре пчелу уже, то, что была поражена клещом, они часто слетают и не перезимовываясь, хоть и обработаешь. Тут у нас вроде бы иней на литке свежий. Видно. Пчелы сидят, значит, живые. Слышно. Я ухо так клетку поднес, шевелит. Ладно, пойдем скрывать, глядеть. Что про пчелы у нас. Так, одной рукой грабу снег с края. Так, снег я сгроб. Крышки у меня на завесах. Большие, высокие. Что с крыши улей можно сделать. Изнутри тут я обсмолил троху. Чтоб шашель не заводить, то что шашель все поел. Снежок немного мелкий, мельчешит, ну ничего. Тут и утепление нормально. А они пропали. Может, расплод выращивали, было надо меньше утепления ложить. Хотя я внутри не утеплял их. Открываем, глядим. Пустые улей. Сверху тишина у нас. Так. Ай, бляха, пальцем торцом стукнусь. Соско.
видно с корецкого вниз. Видно. О, весь потолок поднял сразу. Гнездо. За перегородкой пчелы. И вот наш клуб. Что-то их тут. Тут пчел столько оставалось. Короче. Можно даже не раскрывать, не глядеть. Это вот весь клуб, чтобы увидеть. Сидит на одной улочке. Там он мед. Ну, сейчас я открою. Покажу, что тут влево. Меда хватаю их. Не обработались толком, видно, от хлеща. Это не то. Осень уже, в сентябре их собрал. Ну, это не то. Пчел от хлеща. Надо обрабатывать, начинать. Как я сказал, со середины июля хотя бы. Ну, с конца, перед августом. Правда, мед, ну, может, с чистыми маслами какими. Это экологически с чистыми маслами какими. Видно, ну, запечатал, то, что корм я им менял, то, что рапс. В колхозе был рапс, и у нас в гнездах много было засахаронного меда. Я поубираю его весь. Дал им сироп. И тот, видно, он подсахарился. Даже сироп сахарный попало, видно. Где-то троху рапса. Рапс этот, потому что осенью его. Рапс этот, покуда, как его сказать вам, скосили. Он потом повторно еще доцветает. Побеги пускает. То где-то попало рапса в этот сахарный сироп все равно. Мед есть, везде мед есть, пчел просто не было. Видно, на дне троху насыпано вон пчел там. И между вот сверху. Там все гнездо было. Клуб небольшой был, видно, вот. Чуть-чуть вот сюда шел. Сверху клуб, продвинулся к заду. И пропал. Это я только что матку скинул, наверху сидела последняя, видно. Пропала. Ну, пчел мало оставалось живых. Сверху вот чуть-чуть сидели, матка с ними сидела. И она была прилипшая. А с томеской только что я скинул. Вот, матка наша. Матка была. Так, 80 рамок тут было. По осени собирал, плотно было их тут рамок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь даже. А у меня там шесть отмечено, где-то не так отметил малость. Короче, семь рамок пчел было, плотно сидели, хорошие пчелы были. Куда они поделись? Или от хлеща пропали, скорее всего. Или же осенью. Воровство было у нас тут по соседству. Стоят троху ульи пасеки. Ну, такие любительские, там 10 семей, 15, как бы у меня. И по соседству пасеки кормим мы не в одно время. Для меда, того, что у меня пчелы для меда живут. И получается, я их кормлю в сентябре на зиму. А люди разводят для продажи. Маток этих бахвост выращивают для продажи, то получается, они кормят где-то в августе своих пчел на зиму, стараются. Ну, и силу нарастить, и августа. И это, и подкормить с августа, со средины. Если что и стоит, забирать со средины августа, и полностью все это и кормят. А я в сентябре кормлю. И когда я кормлю, ихние пчелы летят, воюют с моими. Даже то, что летки сокращаешь, не помогай, не что. Все равно ульи лезут. Это исчезнет, что перебились между с это другими пчелами. Ну и клещ. Я как заметил, у меня с того уже, что пропадало пару семей. С 13, 15. Ну, чтоб 4
пропали. Это вот осенью пропали. Ну, они, скорее всего, что первого. Были клещ, толком не вел его. А этого пропали. В каком-то, в том зеленом пропали, во втором. Там пол-литра мой. Тоже чуть-чуть пчел осталось, там пол-литра. Видео есть у меня на канале. И вот пропали в зеленом только что. И в синем. Так, сейчас откроем этот зеленый, зеленый улей, глянем, что зеленый. Даю гарантию, что то же самое. Корма есть, пропали из-за улей корма, а пчелы пропали из-за того, что... О, бляха, тут крыша держится. О, троху это размокло, да, плотное так. Вот, утепление есть у нас тут, нормально. Подушки лежат, подушки с мхом, с лесным. Троху с их пыль сыпется, так я дул так. Открываем этот улей, то же самое. Бляха, стукать не буду тут сильно, того, что крышу прислонил ко второму улью, а тут пчел много сидит, то надо потише, того, что дерево звуки будут, и в этом волноваться по дереву звуки, где, и в тот улей будет отголосок. Ладно, тихенько-тихенько открою, глянем, я буду закрывать, тут совсем не видно. Вот такая вот ерунда. Приключилась.